Привет, мы снова на канале Озорник ТВ. Сегодня мы продолжаем знакомство с нашими трогательными зверюшками. А вот и еноты. Это хищные млекопитающие. Они являются дальними родственниками медведей. Еноты мелкие хулиганы. Они часто копошатся в мусорках и залазят в дома. Увидев врага, он постарается сбежать. А если так не получится, зверек притворится мертвым. Если же и это не срабатывает, полезет, конечно же, в драку. Енот, енот, давай поиграем. И что ты мне хотел сказать? Тебе в ухо залезть или в лицо? А вот и козы, одни из самых древних животных, которые одомашнены человеком. Козы очень привередливы в еде. Они едят не все сорта яблок и не всякую травинку, не любят запах гнили и не будут есть хлеб, который упал. Ой, смотрите, зато они хотят съесть мои волосы. Декоративные кролики. Они невероятно милые, пушистые, забавные зверьки, любимцы детей и взрослых. Кролики могут издавать звуки, характерные другим видам животных и людей. Например, они могут мурлыкать, подобно кошке, и храпеть, как человек. И чего они пришли интервью-то брать? Лучше морковки принесли, а то солома уже надоела. Есть и попугаи Карелла. У них чудесный хохолок на головке. И новозеландские попугаи. Их еще называют кокариками. На этом все. Трогательный зоопарк и озорники прощаются с вами. До новых встреч!